Всем привет! С вами Светлана Гайсина. Я пришла в компанию полтора года назад. Изначально я пришла вообще в сетевой 13 лет назад в другую компанию, но потом в мире и в России произошли изменения, и мы были вынуждены с командой искать новую компанию. И выбор пал на российскую компанию Faberlic. И вот уже полтора года здесь мы в компании и очень счастливы, рады от того, что мы здесь. Мы выбрали проект Faberlic Online, потому что это большая команда, дружная, где есть интересные, мощные обучения, вебинары, марафоны, постоянно кипит движ, жизнь. И мы очень довольны этим выбором, ни разу об этом не пожалели, о своем выборе. Сейчас наша команда находится в закрытом статусе «Золотой директор», а доход более 100 тысяч рублей в месяц. Я ставлю цель вывести свою команду на уровень бриллиантовой команды в ближайший год. Я Светлана Тимофеева. Я пришла из другой компании MLM. Хочется роста, хочется стабильности. И в этой компании Faberlic я это получила. И я в ответе за тех, кто пошел за мной. Потому что это продукт отечественный, продукт качественный. И люди выбирают на сегодняшний день компанию Faberlic. Я нахожусь сейчас в статусе серебряного директора, открытое звание золотого директора. Что я жду от этой компании, что от себя? Моя цель – достичь как минимум бриллиантового директора. И я верю, что у меня все получится, потому что со мной сильная команда, которая для них нет преград. Я Виктория Власенко, закрытый директор компании Faberlic. В компанию я пришла в апреле 22 года, в апреле 23 года я открыла звание директора. Я очень рада, что я попала в эту компанию. Я сюда пришла с конкретной целью, я сюда пришла на бизнес. Я хочу расти и развиваться. В проекте Faberlic Online я сейчас развиваюсь, расту, мне здесь нравится, здесь обалденное обучение, то есть на платформы, боты, поездки, то есть все, что нужно для роста. Я сюда пришла с целью, с большой целью, но в этом году я хочу открыть звание золотого директора. Привет, меня зовут Ирина. Я в компании Faberlic с 2017 года. Изначально я пришла на бизнес, но все сложилось так, что я осталась просто покупателем. И вот в этом году, в новом 2024, я решила, что я снова хочу вернуться именно в бизнес. Тем более я состою в проекте Faberlic Online. Здесь есть абсолютно все, чтобы реализовать все свои амбиции. Вот, я хочу сказать спасибо Ане Кононовой за эту встречу. Она нам дала огромный заряд мотивации, который поможет добиться всего того, о чем я так давно мечтаю, скажем. Сейчас я просто лидер, скажем так, на начале пути, но моя цель за год добиться, как минимум, вице-директора. Давайте знакомиться. Меня зовут Оськина Оксана. Я старший консультант Faberlic Online. В команде я не так давно, но мне нравится движение в нашей команде. Мне нравится, что у нас очень дружные девчонки. Всегда друг другу всем помогаем. Мое стремление – это в этом году стать директором. Всем успехов, удачи. Желаю большого кармана. Меня зовут Тареева Наталья, город Казань. Я давно знакома с сетевым маркетингом и пришла в компанию Faberlic в июле 22 года. С августа я уже начала работать. В ноябре я достигла уровня директора. В декабре подтвердила и получила свои заслуженные 110 тысяч бонус, премия. В компании Faberlic, как мне показалось, достаточно просто можно развивать свою структуру. Очень большие возможности компания дает, очень много. Обучение, деньги. Ну, надо немножко только потрудиться. Без этого никак.
Ну, я хочу сказать, что с компанией Faberlic все возможно. Мне очень понравился продукт. То есть я осторожно-осторожно пришла в компанию, и в то же время я очень много всего увидела, попробовала, привлекла людей. Структура растет. Открыт пункт выдачи Faberlic на проспект Победы 100. Приезжайте. То есть все работает. Все реально, все достижимо. Приходите. Всем привет, меня зовут Индира, в компании Faberlic я нахожусь уже не первый год, так как я пришла сюда на продукцию. И, к своему великому счастью, узнала, что кроме отличнейшего продукта, здесь можно еще и зарабатывать. Я попала в проект Faberlic онлайн, вся деятельность у нас ведется через интернет, это очень удобно. Особенно, когда у тебя есть дети, у тебя появляется свободное время для себя, для детей, для семьи. Ты не зависишь ни от начальников, ни от будильников, ни от понедельников, праздников. Цель, которую я хочу достигнуть, это бриллиантовый директор. В первую линию мне нужно будет 6 директоров, поэтому я вас всех приглашаю в наш проект Faberlic онлайн. Обучение у нас бесплатное, всему научим, все покажем. Приходите, я вас жду. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Наталья Китанова, я проживаю в городе Казань, сотрудничаю с компанией Faberlic. Почему я Faberlic выбрала? Потому что это прежде всего российская компания. Компания Faberlic всегда думает о своих лидерах, не только о новичках, не только о покупателях, но и поддерживает хорошо своих лидеров. У нас очень много бонусов. Проект, в котором я нахожусь, это Faberlic онлайн. Здесь растет каждый, кто хочет прийти к своей цели. Любой лидер обучает не только свою команду, но и весь проект в целом. То есть у нас взаимовыручка. Моя цель стать, конечно же, директором. И аппетит приходит во время еды. Пригласить как можно больше людей, так как здесь действительно люди растут, здесь действительно есть поддержка от компании, а самое главное – от нашего проекта Faberlic Online. И расти дальше, дальше и дальше по карьерной лестнице. Приглашаю всех.